Всем привет! Начинаю мой новый влог. Я собираю завтракать. Сегодня понедельник, продолжается выходной. Здесь у меня гречка и хариус. И кофе с молоком. Зима у нас тоже продолжается. Время 8:33. Проснулась я в начале 8:00, ответила на ваши комментарии. Спасибо вам за комментарии. Мне всегда приятны ваши комментарии. И положительные, и даже те, кто пишет всякий негатив, тоже приятно. Все равно спасибо. Тут у меня, я буду потом делать себе сразу на завтра тормозок. Я всегда делаю с вечера обычно, ну а тут решила с утра сделать, так как я сегодня просто иду в гости к Виталику, поэтому вечером будет неохота этим заниматься. Тут масло, ну, чтобы потаяло, чтобы удобно было на хлебушек мазать. Сырок, колбаски нету. Да и пока не хочу колбасу. Вот чисто такой будет тормозок. Масло, да, сыр. Ладно. Так, будем начинать. Всем приятного аппетита, кто тоже кушает. Я уже приготовила плов с куриными бедрами. Правда, морковки у меня было не очень много. Но сколько есть, все равно получилось вкусно. В этот раз и по соли прям все идеально получилось. Ну, по моему вкусу. И хотела с вами, вам точнее сказать по поводу чаев, что я показывала вам в обзоре покупок с Валберис. Вот этот чай мне как-то не понравился, но я и брала его первый раз, больше такой брать не буду. Ну, как говорится, на вкус и цвет. Ну, вот мне как-то не зашел. А вот этот вот чай, вот сейчас я его себе налила, пью, мне понравился, вкусный. Лимончик ощущается вкус. По крепости тоже нравится. Всем привет еще раз. Я уже у Виталика. Хочу вам провести рум-тур. Показать, как живет Виталик. Это, как вы видите, это коридор. Вот этот шкаф Виталик делал сам. Полностью сам делал. Давайте, ой, покажу вам. Мне понравилось. Хорошо придумано. Раньше у него до ремонта стоял вот этот шкаф по-другому. Он все вот тут сам сделал. Это гостиная. Вот такая вот гостиная. Ярко. У меня темно, а здесь хоть ярко. Ну, я вам по-быстрому так пройдусь, покажу. У нас, кстати, сегодня на улице был дождь. Так, пойдемте дальше. В спальню. Это спальня. Сейчас я тут включу свет. Так. Так, ну, все, наверное. Мне понравилось вот это вот. Виталик, это люстра называется, да? Виталик, это люстра в спальне называется? Это люстра называется, да? В спальне. Светильник, это светильник. Мне он очень понравился, этот светильник. Так красиво смотрится. Вообще. Ну, тут Виталик хочет переделывать ремонт. А мне нравится все равно. Уютного Виталика. Люблю проводить рум-туры. Так, пойдемте дальше. Посмотрим кухню. Кухня без дверей. Тоже все светло, ярко. Смотрите, какая тюль. Классная, вообще прикольная. И шторы такие же, только другого цвета. Ну, там балкон. Вот так вот. Потолок. Так как я вам вчера не показала себя в лосинах, покажу сейчас. Ну, я не знаю, видно ли вам будет. Вот так вот лосины
на мне смотрится. Не знаю, видно вам, нет? Жалко, конечно, что нет карманов. Было бы хорошо с карманами. Сюда подойдет любая кофта, футболка. Вот я сейчас в футболке, как вы видите. Главное, чтобы было, ну вот, по бедрам. Короткий и некрасивый будет, по моему мнению. В общем, пока поживем, посмотрим, как они будут в носке. Нормально, ненормально. На этом я буду заканчивать свое видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.